Привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас, ребята, халява и бесплатная раздача. Спонсор нашего сегодняшнего видео, ребята, это лучший бот для Music Wars. Это Suiz Music Wars. Это бот с кучей настроек отдельный со своим браузером. Ребята, ну кто его вообще не знает? Те старожилы игры, скорее всего, его знают. Так вот, сегодня спонсор дарит 7 дней, ребята, 7 дней каждому, кто выполнит определенные условия. Ну, а об условиях чуть-чуть попозже. Этот бот имеет свой собственный встроенный браузер, который внутри играет, он не мешает вам заниматься основной деятельностью, он спокойно играет, набивает что-то. Будет очень интересно игрокам, которые хотят как-то прокачаться, набить мандаринок, или которые сидят уже на 30 уровне и им фиолетово. Плюс он следит, ребят, за опытом. Никогда не будет такого, что бот, соответственно, при правильных настройках вам что-то закосячит. То есть, если вы сидите на каком-то из уровней, он никогда не перепрыгнет с уровня на уровень из-за всего одной, ребята, галочки. Эта галочка вот здесь. Атаковать только при блокировке опыта. Соответственно, он будет ходить, допустим, в ту же подземку, в дрожь земли, он будет спокойно играться, будет играться в музмехи, но бои на территории он вести не будет до тех пор, пока вы ему не заблокируете опыт. Что же нужно для получения, соответственно, ключика? Совсем мелкое сущее безделец, ребята, ваше желание и умение писать электронные письма. Итак, смотрите внимательно, ребята, условия элементарные и копеечные. Первое, написать на почту support@browsergameboss.com, то есть вы пишете на эту почту. Второе, игровой ник персонажа не должен быть, ребята, ниже 6 уровня, то есть это такое небольшое условие для раздачи именно бота. Указать в теме, то есть тема самого письма, должно быть написать приглашение Лига МВ. Можете написать приглашение Лига Music Wars. То есть, ну, я написал так кратко и очень красиво, так что, ребят, лучше не ошибаться, прям писать приглашение Лига МВ. А в письме напишите, пожалуйста, фразу «Хочу в подарок от Деда Мороза для персонажа» и пишите ник вашего персонажа. После чего, ребята, в течение 12 часов вам придет ключ для активации бота. Просто заходите в бота, соответственно, когда вы его скачаете, заходите в настройки, в основные, авторизация, вбиваете сюда данные, которые к вам придут на почту, ребята, и 7 дней бесплатного использования будет у вас в кармане. Не забываем, время акции, ребята, время акции и активации ограничено. Вы сможете активировать бота с 17 до 30 числа, то есть до Нового года будет раздаваться бесплатные ключи, как подарок. После уже работать не будет. Так что выбирайте день, ребята, пишите, соответственно. Я в описании оставлю, ну, как правильно писать. В общем, вот так, как правильно писать, я все оставлю вам в описании. Ребят, получайте свои 7 дней бесплатного использования бота. Не сидите в игре, празднуйте счастливо Новый год и праздники. А за игрой пусть следит бот, что он и должен делать. Спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Будут еще всякие разные вкусности для моих подписчиков. Сейчас мы идем, ребята, к 2500. И не забываем, ребята, надо правильно выполнять условия. И только до 30 декабря. На новом году уже такая функция действовать не будет. Разбираем халяву под Новый год со всеми подарками. Спасибо всем, кто смотрел. Счастливо! Счастливо!